Перед началом Второй мировой войны и уже в ее годы в Великобритании было создано большое количество самых разных колесных бронеавтомобилей. При этом они выпускались очень большими сериями. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade, и сегодня мы представим вам 5 лучших английских бронеавтомобилей времен Второй мировой. Разведывательный бронеавтомобиль Daimler MK1. Бронеавтомобиль создан в 1940 году, а с 1941 года он поступал на вооружение специальных частей и разведывательных подразделений бронетанковых войск и использовался в боевых действиях. Машина вооружалась 40-миллиметровой пушкой и спаренным с ней пулеметом калибра 7,69 мм. Кроме того, для защиты от нападения с воздуха на крыше башни монтировался зенитный пулемет калибра 7,92 мм. Броневые поверхности корпуса и башни располагались с некоторым наклоном к вертикали. Шестицилиндровый двигатель располагался под полом боевого отделения, что позволило сократить длину бронеавтомобиля. С 1942 года на базе этого бронеавтомобиля была создана модификация МК-1С, вооруженная 76-мм гаубицей. Всего в годы войны было произведено 2694 единицы этих надежных бронеавтомобилей с хорошим вооружением и проходимостью. Тяжелый бронеавтомобиль АЕС МК-3. Начиная с 1942 года было выпущено 3 модификации бронеавтомобилей АЕС – МК-1, МК-2 и МК-3. Они отличались друг от друга в основном вооружением. Первая модификация была вооружена 40-миллиметровой пушкой с длиной ствола 52 калибра. Вторая – 57-миллиметровой пушкой с длиной ствола 45 калибров. Третья – 75-миллиметровой пушкой с длиной ствола 39,5 калибров. И с начальной скоростью бронебойного снаряда 620 метров в секунду. Все бронеавтомобили имели характерный длинный корпус, лобовой лист которого располагался наклонно, а все остальные – вертикально. Вооружение устанавливалось в большой многогранной башне, а на башне устанавливался гранатомет для метания дымовых гранат. Бронеавтомобили АЕС оценивались как бронеавтомобили, имеющие хорошее вооружение и броневую защиту, но обладающие ограниченными подвижностью и проходимостью. Они использовались в основном в разведывательных подразделениях бронетанковых войск. Разведывательный бронеавтомобиль «Хаммер МК-4». Бронеавтомобили «Хаммер» начали поступать в разведывательные подразделения английской армии с 1942 года. Хотя в их конструкции использовались в основном стандартные автомобильные агрегаты, они имели танковую компоновку. Вооружение устанавливалось в сравнительно большой башне, смонтированной в боевом отделении. Модификация МК-4 имела на вооружении 37-миллиметровую пушку и спаренный с ней пулемет калибром 7,92 мм. Еще один пулемет использовался в качестве зенитного и монтировался на крыше башни. Бронеавтомобиль имел сравнительно высокий корпус, верхние броневые листы которого располагались под некоторым углом к вертикали. Толщина лобовой брони корпуса составляла 16 мм, бортовой – 5 мм. Толщина лобовой брони башни достигала 20 мм. В ходовой части бронеавтомобиля использованы две ведущие оси с односкатными колесами, имеющими шины увеличенного сечения с мощными грузозацепами. Благодаря этому имеющие относительно малую удельную мощность бронеавтомобили обладали хорошей проходимостью и маневренностью. Разведывательный бронеавтомобиль М6 Stackhound. Выпуск бронемашины был начат в 1943 году. Бронеавтомобиль производился в США по заказу английской армии. Силовая установка располагалась в кормовой части бронеавтомобиля. Она включала в себя 2 карбюраторных двигателя жидкостного охлаждения общей мощностью 208 лошадиных сил. При этом движение бронеавтомобиля может осуществляться и при одном работающем двигателе. В средней части находилось боевое отделение. Здесь была смонтирована литая башня кругового вращения, установленной в ней 37-миллиметровой пушкой и спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм.
Еще один пулемет устанавливался в шаровой опоре в лобовом листе корпуса. Огонь из него вел стрелок-радист, располагавшийся в отделении управления справа от водителя. Бронемашины отличались высокой технической надежностью, обладали удовлетворительным бронированием и рациональной конфигурацией корпуса и башни. Бронеавтомобиль «Динго». Бронеавтомобиль создан фирмой Daimler. Его серийное производство было начато в 1943 году. Двигатель этой легкой двухместной машины располагался сзади. Открытое сверху отделение управления одновременно являлось и боевым отделением. При необходимости сверху устанавливалась брезентовая крыша. Постоянного вооружения автомобиль не имел. Но обычно на нем устанавливался пулемет калибра 7,92 мм, огонь из которого вел располагавшийся рядом с механиком-водителем второй член экипажа. Машина имела противопульное бронирование. Верхний лист лобовой брони имел толщину 30 мм, нижний – 18 мм. Толщина катанных броневых листов бортов составляла 10 мм, а кормы – 7 мм. Благодаря тому, что все колеса бронеавтомобиля были ведущими, он имел хорошую проходимость на пересеченной местности. Для обеспечения связи на бронеавтомобиле устанавливалась радиостанция. За время войны в Англии было произведено более 6600 машин такого типа. Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравится наше видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях. А если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца.